Новый год, Оливье. Даже не в Оливье сегодня дело, я его пока буду делать. Скажу историю. Ну, создание Оливье, кто такой был Оливье. Очень много всяких вариантов истории. Ну, вот, то, что я нарыл, то, что мне нравится, я вам расскажу. А, например, на их столько же, сколько вот рецептов Оливье, как говорится. Сколько поваров на свете, столько и рецептов Оливье. У меня будет такой простец, как мясо я варил, говядина там, яйца, картошка, лук зеленый, огурец свежий будет, горошек, посолить, замаринить. Так, ну все тогда, начну резать и рассказывать. Люсьен Оливье. И считается французского происхождения, но уроженцем города Москва. Или Москвы, так как правильно, не знаю. Я тонко потолще порезал. Вот. Работал в ресторане «Эрмитаж». Назывался «Эрмитаж» сначала. Шеф-повар. Якобы там он его и изобрел. Зимний салат Оливье. Он его изменял. Почему рецепта настоящего нет? Во-первых, он его не оставил. И он его несколько раз изменял. Как вот я прочитал, не было ни фотографий, ни рисунков этого салата. Но есть там где-то описи попадают, кто-то их там описывает. Это было блюдо, в блюде было выложено там картошка там, с огурцами, посыпана черной икрой, вокруг лежали там мясо всякие разные. Там рябчики были, да, была телятина, были раковые шейки, даже омары добавлялись, там капорсами все это были посыпаны, как они раньше назывались, капорсы. Но самая была фишка этого салата не в том, а вот в этом вот, провансале, майонез провансаль. Он сам делал майонез провансаль, майонез тогда был мы практически не знали, что это такое. Были какие-то сметанные заправки, я вот насколько я читал. И он делал майонез с травами. Провансским каким-то травами. Рецепта тоже не осталось, неизвестно, что он туда добавлял. Вот. Так примерно тот и старался повторить. И вот наблюдая, как наши едят этот салат, они это все перемешивали со сметаной, соусом и ели. И он подумал, раз так едят, надо смешать. Вот это у него было первое изменение. Он это перемешал, все стали есть. Потом уже стал играть с ингредиентами. Во-первых, столько разновидностей мяса не нужно было уже. Уже там тогда появился там свежий огурец. Ну, уже, кажется, не факт. Уже рецепт менялся. Менялся несколько раз. Вот. Потом он переродился. Салат столичный. Я вот тоже читал, что в ресторане Москва до революционного времени, я искал ресторан Москва до революционного времени, я что-то, честно говоря, не нашел его. Вот. Но говорят, что был у него какой-то поваренок, который помогал ему. И был шеф-повар ресторан Москва уже в начальное советское время там. Вроде бы у них фамилии одинаковые, и он в этом ресторане добавит туда вареную морковь, там, что-то, по-моему, горошек, что-то еще там добавлял. Назвали его салат столичный. Кто помнит по ресторанам? Вот был такой. Он чем-то напоминал. Салат Оливье. Салат из дичи был и очень напоминал. И как раз вот столичный, где мясо добавлялось. Вот. В 2008 году, проводя ревизию Веденского кладбища, это бывшее немецкое кладбище, бывшее иноверческое,
что в Ульфортово на госпитальном валу напротив Бруденко госпиталя находится. Обнаружили могилу Люсьена Оливье. Причем год рождения только примерно его знает, потому что он умер 45 лет от роду. А дату смерти, да, как бы. Дата смерти Люсьена Оливье. Вот, нашли его могилу. В 17-м, по-моему, году пытались все-таки выяснить, кто такой, потому что знали, что, ну, где работал, где жил, в каком доме. Причем Эрмитаж сам, ресторан этот, на Трубной, и дом, где жил Люсьен Оливье, принадлежал одному домовладельцу. Как бы проще было найти. И выяснилось, что Люсьен Оливье там не жил. Там жил некий Николай Оливье. То есть предположение, что все-таки он действительно был французские корни, но уроженец был Москвы, и был Николаем, и сменил на Люсьена. Чтобы быть, ну, более придвинутым там, французским корням. Вот не знаю, насколько правда это дело все. Вот так. Добавляем яички. Будем стараться их резать не крупно, но и не мелко, а то все рассыпается. Так, кромсаем мясо. Уже все время так-то говорю. Мясо будем резать пиками. Будем резать кубиками. Все-таки из говядины совсем другой коленкор получается. Совсем все по-другому. Вкус другой. Все по-другому. Так что, кто хочет рябчиков, раковых шеек, не дай бог омаров, пожалуйста. Все допускается в этом зимнем народном салате. Горошек. Кажется, что крупно, но когда перемешаю, они сейчас все распадутся. Огурец, лук и заправлю майонезом чуть попозже, когда буду подавать. Перед столом, а то все это потечет. Заканчиваю. Ее там располовинил, потому что все-таки сделаю сейчас половиночку. Половиночку на потом. Режем огурчик. Кубиками. Лучок. Мельчу.
попробуем немножко сначала. Майонезик провансаля соуса, не стесняясь, достаточно. Немножечко подсаливаем. И это все дело перемешиваем. И перемешиваем. Бароночек сверху сделаем.